На фото? No фото. Видео. А, видео. Видео. Ту гварда? Вео? Вео ме? Си? Ва видео. Аго видео. Пор фавор. А? Темпо? Ва темпо? Темпо. Си? Темпо. Give me. А, друзья, отлично, у нас идет время. Ага. Мне тут на Карибских островах местные красавицы. Супер красавицы. Quanto años tiene? Tengo 35. 35? Yes. 35. 35 лет. И ты? 40. 40? 40. Sí. No 40, sí. No 40. 40. Окей. И ты? Ну, в общем. И ты? Soy 35. Muy bien. Sí. Tú eres muy jovencito. В общем, местная красавица. Я не буду переводить, какого возраста. И национальность. Решили мне сделать прическу. Тут у них есть... Donde? Book. Esa. В общем, они делают тут такие вот... Афрокосички. Yeah. Афрокосички. Всякую вот такую хрень делают, да? Yeah. Вот. Сейчас я вам покажу. Вот такое делают. Аго. Аго. Вот. Так как я уже слегка голову не мыл один день, и сегодня купался, голова мокрая, запутанная, я и попросил, идите сюда, красавица, что вы даром тут гуляете? Надо дядю причесать. Аки. Надо меня причесать. Сделать мне прическу какую-нибудь. Вот. И мы сейчас делаем тут либо косички, либо просто расчесываемся, либо ищем себе подругу. Я не знаю. Аго. Ой. Си. В общем, такая вот жизнь тяжелая, неказиста. Жизнь украинского артиста и путешественника. Друзья мои, пошел 8-й год странствий вокруг света. Что вам сказать? Больше месяца я нахожусь уже здесь, в Доминикане, уже не первый раз. Здесь уже все знаю, уже работаю по чуть-чуть. Здесь очень сложно работать, потому что никому верить нельзя, все несерьезные, никто никуда не спешит. В общем, все бухают, кайфуют и так далее. В общем, тут такая, знаете, расслабленная атмосфера, я бы так сказал. И чем ближе к туризму, тем больше тут каких-то злачных мест, наркотиков, проституток и так далее. В общем, какого-то такого, знаете, развлечения чисто туристического. Но при этом люди добрые. Люди добрые. Вот я их попросил меня причесать, взяли, причесали. Вот. В принципе, не опасно, но если очень сильно постараться, можно найти даже опасности. Короче, следите за новостями на этом канале. Не забывайте подписаться, ставить лайки, колокольчики. Горячий привет моей сестре Ольге Войтенко. Да, поздравляю с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, пускай все твои мечты сбываются. Горячий привет с Карибских островов и с Доминиканской республики. У нас сегодня воскресенье, тут была огромная куча людей. Соседний ролик посмотри, там тоже для тебя привет. Вот такие вот дела. Сегодня тут сюда все приехали, потому что здесь рядом находится столица, миллионный город. Рядом, где-то 30 километров. Я там скоро окажусь. Значит, в общем, вот такие вот дела, друзья. Подписываемся, делаем колокольчик черного цвета, нажимаем колокольчик, ставим лайк, делимся роликом с друзьями обязательно и пишем внизу комментарии. Всех целую, обнимаю. Окей, стоп. Give me.